314 лет морской пехоте России. Без морских пехотинцев не обходится ни один дальний поход надводных кораблей и судов, ни одно учение Северного флота в Арктике. Военная служба в этих подразделениях Заполярья по праву считается одной из самых трудных и почетных. Бойцы Северного флота отмечают профессиональный праздник в рабочем порядке. А торжественные мероприятия в гарнизоне «Спутник», где дислоцирована самая северная бригада морской пехоты, намечены на 30 ноября.